Эдик, скажи, почему ты сегодня не играешь? Нога болит. Во, левая. Где повредил? Палец большой видит. Что скажешь о игре своей команды сегодня? Вроде и так не сильно уступаете, да? 4-2 пока счет. Да, есть ошибки в защите. Ну ничего, так молодцы, стараются. А шансы есть, что вы сегодня все-таки хотя бы ничего сыграете? Да, есть, надо играть в последние секунды. УМ сегодня смотрится очень хорошо, как считаешь? Да как обычно смотрится, так же, такая же команда, монотонная, спаса. Монотонная, так еще никто не оскорблял. Ладно, спасибо.